Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами проведем обзор экшн-фигурки Хищника Big Red, выпущенной компанией NECA. Данная фигурка приобретена через интернет-магазин. Она оказалась чуть дешевле своих аналогов, так как была представлена без упаковки. Игрушка была в пакете, там же располагался пакетик, в котором находились комплектующие аксессуары, а именно две разноразмерные сабли и две сменные кисти рук, которые должны эти сабли держать. Я столкнулся с двумя минусами фигурки, и хотя один из них сгладил другой, не могу о них не упомянуть. Первый. Толщина рукояти сабли меньше расстояния между пальцами у правой сменной кисти, то есть оружие в руке не держится. Второй минус. Шеи фигурок хищников, как правило, украшают ожерелья из черепочков мелких грызунов и птиц. У данной фигурки эта веревочка практически сразу разорвалась, но я не расстроился и подумал, что ею можно заполнить лишнее пространство между пальцами, намотав ее либо на ладонь, либо на рукоять сабли. Итак, перед нами стилизованная фигурка хищника, напоминающая японского самурая. Высота фигурки примерно 20 сантиметров. Игрушка выполнена из твердого жесткого пластика, а дреды и элементы костюма из мягкого гнущегося резинового материала. Фигурка имеет 14 мест с подвижными суставами, и сейчас мы рассмотрим их по порядку. Голова наклоняется вверх и вниз, поворачивается влево и вправо. В плече руку можно поднять как вдоль тела, так и в сторону от него. В локте руку можно сгибать, а можно отвести предплечье в сторону. В запястье кисть можно вращать и регулировать ее наклоны. Относительно небольшой поворот торса в поясе. В бедре нога может быть отведена вперед, назад и в сторону. Двойной коленный сустав позволяет согнуть ногу под углом менее 90 градусов. Сустав голени вращает и наклоняет ступню. В пятке находится углубление, позволяющее закреплять игрушку на подставке. Благодаря сменным кистям рук, саблям, которые могут находиться в ножнах на поясе или вставиться в руки,
И, конечно же, за счет подвижных суставов фигурке можно придать множество разнообразных поз. Экшн-фигурка качественно и детально проработана и прекрасно смотрится на книжной полке среди своих братьев по разуму. Благодарю за внимание.